Уважаемые учащиеся, родители, коллеги, День Победы – это один из самых значимых и главных праздников для каждого из нас. 75 лет, как окончилась страшная война, которая унесла десятки миллионов жизней. И мы, живущие сегодня, должны свято хранить память о наших дедах и прадедах, которые воевали и защищали наше светлое, счастливое будущее всего мира. Сейчас мне хотелось бы прочитать стихотворение, автором которого является наша уважаемая Елена Владимировна Мурадалиева, неизвестному солдату. Трепещет вечное оранжевое пламя, закованная в мраморную твердь, склонилось низко бронзовое знамя, твою геройству оплакивая смерть. Цветы горой, слезу рекой, а память вечностью сюда приносят от планеты всей. И тянется поток немою бесконечностью ровесников твоих, твоих детей. Но жизнь твою могиле не сокрыть, она горит уже в другой судьбе, и память о тебе веками будет жить. Пусть неизвестен ты, но имя есть тебе. Ты родиной своей простой солдат, ты над Рейхстагом поднятое знамя, ты сын всем матерям и всем ты брат, ты слава. Ты бессмертен, ты память. Дорогие друзья, я от всей души, от всего сердца поздравляю всех с Днем Победы. Желаю каждому здоровья, благополучия, душевного тепла и мирного, чистого неба над нашей землей.